Добрый день, друзья! Сегодня в рубрике Community Battles топ-игрок украинского клана «Украинские львы» с ником Отто Ра. В этом бою он демонстрирует, что старичок Жанбар все еще может и готов тащить в боях, попутно набивая чудовищные цифры урона. Напомню, что Жанбар – это французский премиум-линкор 9 уровня, который был введен в продажу за уголь в далеком 2018 году. В то время он имбовал на уровне вместе с Мусашей и Миссури, за что и был выведен из продажи в обновлении 0.9.3. Напоминаю, что в рубрику Community Battles входят самые яркие бои зрителей, подписчиков и друзей канала. Так что, если удалось провести невероятный бой и вам хочется поделиться яркими моментами, присылайте свои реплеи. Ссылочка в описании под видео. И сразу пару слов по статистике. Спустя многие годы Жанбар все еще занимает 3-е место по фрагам и среднему урону и 7-е по проценту побед и опыту, что очень даже круто. Так что если есть желание урвать имбу на аккаунт, то вполне реально это сделать на Черную Пятницу. А теперь пару слов по линкору. Казалось бы, далеко не самый крупный калибр 380 мм с низким весом залпа на уровне. Но Жанбар успевает набивать приличные цифры урона, во многом благодаря высокой скорости перезарядки, а расходник ускоренная перезарядка орудий разрывает простаков бортоходов. И Отто наглядно это демонстрирует. И вся эта мощь может оказаться в нужном месте и в нужное время благодаря хорошей маскировке и отличной скорости, особенно под действием расходника Форсаж. Хотя вполне неплохо, Жанбар может играться и на дистанции, благодаря приличной дальности стрельбы и расположению всех орудий в носовой части. При таком стиле боя летать авиком на Жанбар будет менее профитно, да и ПВО у линкора вполне хорошее. Из слабых сторон следует отметить малое количество очков боеспособности, уязвимую для фугасов обшивку и невозможность ведения огня из орудий главного калибра в кайте. Хотя здесь придет на помощь мощный ПМК, основная часть которого способна вести огонь с кормовой части по целям, которым не повезло оказаться в радиусе действия ПМК. И стоит добавить, что совсем недавно в обновлении 13.1 Жанбар неплохо апнули. Дальность авиаудара глубинных бомб увеличили с 5 до 10 км. Хотя скорее это приведение в соответствие параметров глубинных бомб для класса на уровне. Перки командира, модернизации и сигналы, с которыми играл наш герой, перед вами сейчас на экране. А теперь насладимся боем. Отто перемалывает вражескую команду с каждой минутой, приближая сладкий миг победы. Ну а как это было и все ли ему удалось, смотрите сами.